Всем привет, ребят! Ну что, настало время теста Бугимена. Многие часто спрашивают, какой ему все-таки талант получше будет, что ему ставить. И я вам сейчас покажу разные варианты, разные сборки. Вот такой вот у нас Бугимен сейчас. Порочный пакт. Герой имеет встроенную оживу восьмую, то есть резается с full HP. Имеет также быстрый набор энергии. По талантам, что вот у меня стоит еще победный, плюс 25% атаки. Такой вот именно вариант очень хорош будет на древних, на подземках, но опять же, герой не дамажит там очень много вражеских целей, поэтому я бы не советовал его вкачивать именно с пактом, если вы хотите какой-то универсальности. Сейчас я уберу Фрейку отсюда. Перекачал ее. Так, вот допустим, вот такой вот у нас вариант будет. Поставим тут даже ангела, чтобы не так быстро убивали. Герой дамажит 6 целей, по-моему. Или нет, вот видите, раз, два, и все, его просто нет. То есть вот так вот, если он ремочный вариант, его сливают. Порочный пакт — это сразу же минус идет. Сейчас, секунду, я гляну, а точнее 5 целей. То есть такой вариант, он будет сливной, такой вариант катит там пачки на подземке. В ЗПшке у него, конечно же, очень много дамага. Посмотрите, он ворожая просто там минусанул и часть героя, но сливается очень быстро. То есть перед тем, как качать ему пак, задумайтесь над тем, нужен ли он вам с пактом. Потому что во многих локациях он будет не настолько имбовым, конечно, будет дамажить неплохо. Как видите, хватает дамага. Давайте даже ему сделаю не так. Поставим ему сейчас не пятую, а восьмую. Вот такая вот у нас сборка будет. Хороший, по сути, дамаг. Почему ремку я ему ставлю, объясняю. Чтобы он сразу включался, у него быстрый набор, но, по сути, по локациях, вот смотрите, раз, минус 0. Да, можно такой вариант собирать, даже на ту же самую битву гильдии пробовать, но его будут очень быстро уносить. Ну и он, конечно, уносит прилично. Видите, стрелка, бугимена, говорю, бугимена. Бигфута утащил. То есть хлопи все, ну и его. То есть такой вот вариант. Поехали. Следующий вариант покажу вам с бастом. Возможно, он не настолько будет у вас дамажным, но опять же, 60% жизни играет свою роль, так как у него, видите, он хороший танк. Ему вот именно это будет очень-очень неплохо. То есть это такой более универсальный вариант. Вы сможете его и на те же самые подземки брать, ну, во многие локации. Сейчас вообще нету проблем. Даже ремку можно ему поставить, выбрать любой талант рунами. То есть, как видите, дамага все равно у него хватает. Но посмотрите на жизнь. У него выживаемости намного больше стало. Оп, еще разок ударил. Ну, конечно. Интересно будет его потестировать против Асурика. Ну, его надо тестировать там, где нет вражеских. Ну, 560 тысяч, я считаю, вполне этого хватает. Вот второй заходик и практически всех унес. Вот так вот. Самое основное, он от отражалки получает 5%. Давайте посмотрим на него. Здесь. Так, это что тут у меня? Анубис какой-то стоит. Сейчас мы его выставим. То есть Баст — самый универсальный пак. Тоже можно ставить. Дамага немерено, но, конечно, он будет намного быстрее дохнуть. А вот с Бастом это какая-то срединка. Плюс вы можете рунами поставить что-то интересное. Так, сформировать команду.
Где-то у нас здесь в начале. Скоро на него скин выйдет. Поэтому можно будет сразу несколько прокачек сделать. Так, вот, кстати, есть такой же буги. Ну, смотрите, он ударил, половину жизни снес. Ну, то есть такое вот. Конечно, я не затащу сейчас. Одним героем. Вот, сразу минуснул 5 героев. Интересный, конечно, герой, но я бы не сказал, что он особо имбовый. Если было бы у него побольше целей, быстрый заряд, как видите, заряжается он там за 4 тычки практически. Включается, имеет иммунитеты. Пачки он смотрится неплохо. Автопрокер. Еще и дальник. Вот какой-то GTA. Тоже, видите, раз и все. Смотритель ударил. Сейчас увидите, как он от Асурика минус 5 получит. Вот минус 5000. То есть у него от отражанки максималка прилетает 5К. Какие еще варианты есть? Можно сделать его живучим, поставить священный огонь. В принципе, такой вариант тоже. Давайте сейчас паролем, посмотрим, что нам там выпадет, прокачаем. Ну, это такие два более универсальных. На домах его собирать, и вам этого будет хватать. Но можно позаморачиваться и собрать и другие сборки интересные. Что там у нас? Огненка. Вот давайте с огненкой протестируем. Урона у нас будет поменьше. Но у нас появится отражалка. Конечно, надо на девятку качать, еще добавится жизнь. Вот такая вот сборка. Ремка, конечно, тут особо не нужна, но просто покажу вам разницу. Это фактически как каменка, просто есть еще отражение. Стрелка у нас нет, у нас есть Фрея. Ну вот видите, все равно минусует героев он. Но уже не так дамажит, как раньше. Хотя и так у него дамага реально очень много. Ну, 200 тысяч максимум. Вот видите, быстрый набор, конечно, это круто. Вот пришел к нему Анубис, смотрим. Анубиса он должен по-любому унижать. Вот Анубис по чуть-чуть получает отражалочку. Давай еще разок. Вот у меня, кстати, смотрителя нет. Вот он резнулся с full хп, и сейчас он должен, по идее, Анубиса просто разобрать. Вот последний раз. 480, да, не 600 уже, но 480 плюс куча отражалок, что тоже немаловажно. Вот отлично, еще какая-то интересная расстановочка. Стрелок. Есть. Вот Ронин, смотрите, Ронин себя убивает. Сейчас одержимый подойдет. Конечно, тут юниты есть. Вот это единственный минус, что юниты мешают нам. Так бы мы героев уже утащили давным-давно. Вот опять он резнулся. Вот одержимый себя минусует. Конечно, один на один они бы быстрее посливались. Но юнита. Надо юнита выбирать. Он юнита бьет. Вот видите, не добил полностью, его слили. То есть такая вот, ребят, сборка тоже, в принципе, имеет право на жизнь. Давайте поехали дальше. Ничего себе, не был даже упал, но нам он не нужен. Корка, смысла нету ставить на него. Это тем более. Сейчас посмотрим, может, ожива у него есть. Каменка. Ну, каменка то же самое будет, что огненка, только похуже.
потому что Винка дает еще отражалку замедления, смысла нету ставить. Утикаха, ну, он себе быстро не отхилит, сразу говорю, лучше поставить просто утекание рунами, и в принципе вам этого хватит, если вы так хотите. Скорости атаки смысла добавлять нету. Ну давайте уже что-то интересное. Смертельный удар с руки действует. Стойкость вообще не то. Бег ему точно не нужен. Еще одна огненка. Кому огненку можно поставить ради интереса еще? Рогатку зафигачить. Ну, в рогатке, в принципе. Рогатку я прокачал. Давайте рогатки поставим. Может, тоже качнем. Надеюсь, не будет там архидемона, которого нужно будет станить. Придется опять менять. Так, оживо. Разброс смысла нету. Так, нам бы еще священный огонь. Ну видите, исцеление выпало все-таки. Нифигово, здесь таланты падают, я вам скажу. А живо сегодня вообще в моде. Metal Boom. С ракушкой я тоже его тестил, тоже вариант неплохой. Но с огненькой мне больше даже нравится. Надо будет на максималку закачать. Так, ну давайте, что-то интересное. Не хотят. То есть таких вариантов самые лучшие три. Ладно, оставим это гиблое дело. Поехали, потестируем такую сборку на PvP локациях. На забытой, например. Ремка действует 10 секунд, потом она пропадает. Вот, кстати, есть у нас ПБшка. Это отлично. Сейчас мы против ПБшки ими пойдем. У меня тут еще, видите, какие пачки стоят старенькие. Ну-ка, интересно. Вот так вот, ребят. Жесть, конечно. Посмотрите, он практически... Офигеть! И мне дали победу. Это просто жесть, вы видели это, да? Ну тут меня, наверное, дальше сорьют. Или нет, нифига себе, мои там еще что-то тащат. Жесть. Офигеть. Мы еще и затащили. Давайте создадим пачки. Еще мы как новы бегаем. Вроде в топе, а... А какие-то новые пачки. Такс. Ара, по-моему. Ремка у него стоит. Возьмем черепа девятку. Для забора энергии сердцеедку. Анубиса сюда поставим. И также поставим сюда ворожея. Так, а в эту пачку мы возьмем дерево. Так, для оживы вот так вот с оживой. Седну, огника. И вот так вот. Вот такие какие-то пачки собрал. Поехали посмотрим. То есть, как видите, ему урона вполне хватает. Вот, кстати, интересно сейчас будет. Махатма слилась. То есть, урона ему, вам показываю, что хватает с головой. Не надо его там особо. Бастион можно поставить. Пак для него лишний. Лучше ему там либо дефа немного добавить, либо добавить жизни, то есть такой вот вариант.
Все остальные варианты, честно скажу, смысла в них просто не вижу. У него ожива есть, ремку можно рунами поставить, нету ремки, не ставьте, у него быстрый набор. Так, кулаки нам не добавляют. То есть вот так вот хватает вполне. Еще одна Фрея. Вот смотрите, только Фрея осталась в его атаке. Вот тут слили. Ну, бьет все-таки круто он. Это причем на нем сейчас стоит не атакующий вариант, и он сносит героя вполне быстро. Надо Фрейку будет поставить в команду. Дерево, в принципе, тут не надо. Вот череп, как видите, тут у черепа разброс, вот. А, на аре ремки нету, но видите, сколько раз ара оживает. Вот, кстати, интересный вариант. Заблочил, отлично. И череп с разбросиком. Давайте на ару поставим ремочку. У меня не стоят тут на героях ни руны, ничего, надо будет пораставлять все. Вот такая вот будет у него сборка. Так, поехали еще разок. Поищем какого-то топа. Ну, то есть урона хватает, как видите, вполне. Плюс от него будут еще и дополнительно убиваться. Посмотрите, тень тебя слила. Родин тоже, в принципе, убиваться должен. Вот, какой-то есть с огником. Интересно. Огником, говорю, с некросом. А, некрос, огник. Фига себе, посмотрите, что он делает. Офигеть. Остался только один огнекрыл. Но огнекрыл, конечно, шатает его, потому что у него отхила столько нет. Но все равно, посмотрите, он практически и огника слил. Вот так вот. То есть, если был он с пактом, его быстрее бы слили, думаю. А тут мы вот так вот всех шатали. Даже Фрейка ничего сделать не смогла. Смотрите, как убиваются вражеские тени. Так, ну все. Попыток больше нет. В общем, так вот, ребят, то есть такие вот сборки, в принципе, довольно-таки неплохие получились. То есть три талантика, что еще ему можно такого интересного поставить, сейчас я гляну. Оживу нет, ТУшку нет, ремку, смысла не вижу, только на PvP локации, то можно рунами. Ожог такое, ну, в принципе, вариант тоже неплохой. Огненка однозначно дата, потому что живо разброс. Смысла не вижу. Так, стойкость для бездоната тоже вариант, в принципе, неплохой. Дамага хватает. Утекание рунами, психощит. Порку смысла нет. Ярость тоже. Душка рунами. Исцеление нет. Священный огонь. Как вариант, тоже можно, ну, огненка, мне кажется, будет более универсальное выживание, смысла нет, и изворотливость тоже не то. Можно также дар жизни поставить, потестить, будет снимать еще бафы, ну, тоже спорный вариант. Вот так вот все, пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах, всем удачи, всем пока.